Computer right here. Congratulations on a very exciting victory. What are your initial thoughts after a fight that many fans are calling one of the best of the year? Поздравляю с очень зрелищной победой. Какие у тебя мысли о бое, который фанаты называют одним из лучших боев года? Конечно, после поединка я немножко опустошен, но я очень рад проделанной работой. И если так считают зрители, так считают фанаты, то, конечно же, я рад. Of course, I'm a little bit feeling empty emotionally after the fight. And of course, if fans consider it a great fight, you know, I'm happy. You're finding a lot of success, specifically with your striking, but like you said in Media Day, even if the fight went to the ground, you felt you still had the advantage. So after spending 25 minutes in there with Corey, do you think that held true, that you were just the better all-around striker, grappler, everything in there? У тебя был успех в стойке в бою с Кори, но на пресс-конференции ты также говорил, что если дело дойдет до партера, то тоже будешь лучше. Считаешь ли ты после боя, что ты в целом лучше него как боец, как в стойке, как в борьбе, так и в грэпплинге? Ну, я думаю, что пояс сам говорит за себя. Конечно, я не буду сейчас о себе говорить, но пояс у меня, и понятно, кто одержал победу здесь. As you see, I have a belt, you know, and it says everything, you know. I'm not gonna praise myself sitting here. You also said at the press conference that when you would watch Corey's fights, he did a lot of extra unnecessary movement in there. So after spending the 25 minutes with him, what did you make of his game plan and his skill set against you? На пресс-конференции ты говорил, что Кори делает много лишних движений. После боя с ним, как ты оцениваешь его передвижение и в целом его план на бой? Он был неплох. He wasn't bad. Хороший парень, хороший боец. Вы, наверное, заметили, что у нас перед поединком не было с ним каких-то высказываний друг другу, там оскорблений каких-то. Все было взаимоуважение, но это спорт и это шоу-спорт, понимаете? Я уважаю его как спортсмена, как человека. He's a good guy, good fighter. As you noticed, before the fight we didn't talk trash to each other. Respect was mutual, you know. And I respect him as a human being, as a fighter, too. Was there any moment in there that he hurt you? Был ли какой-то момент, чтобы он тебя потряс, либо нанес урон? Ну, чтоб потряс не было, но шишки есть на голове. Yeah, he didn't hurt me, but I have a couple bruises on my head. Peter. Who's that? Кто это говорит? На Данилу показывает. Это мой сын. This is my son. Oh. Is it cool having him here, watching you fight, watching you become a champion again? Насколько классно то, что он наблюдал именно за тем, как ты снова стал чемпионом. Я 2 месяца не видел семью, вот они прилетели на поединок, я очень соскучился по ним. Конечно, для меня было очень волнительно то, что прилетело столько народу поддержать меня. Это была большая ответственность для меня, но семья для меня — это дополнительная энергия, мотивация. Поэтому, конечно же, я рад. You know, I didn't see my family for 2 months during the training camp, and they came here for a fight week to support me. Of course, it's a big responsibility, but my family is my biggest motivation. Congratulations on the win. Thank you. Приветствую, Петр. Поздравляю с победой. На сегодняшний день в ком ты видишь серьезного конкурента для себя? Потому что на бумаге Кори выглядел, ну, самым серьезным испытанием для тебя, я считаю. Очень много достойных ребят, достойных соперников. Я готов драться со всеми, с любыми. Я же говорил, я не выбираю себе. Мне когда предложили там, я сказал, любого достойного, кого считаете, скидывайте контракт, поехали. Есть ли примерное понимание того, что делать, если вдруг Серлинг опять по каким-то причинам не выйдет на бой с тобой? Это уже, наверное, больше вопрос к руководству. Честно, я побил его, в принципе. Он бегает сейчас. Дилашов болтает по поводу легитимности моего титула. Сам читер, оказывается, пойманный. Я хотел бы побить его. Помню, в том году ты говорил, к 30 годам ты завершишь карьеру. Менеджер сказал, что нет. Такого плана нет. Вот можешь прояснить ситуацию, что вот сейчас
Какие мысли у тебя по этому поводу? Ну, мне только 28. В принципе, я еще очень молод. Менеджер мне говорит, ты просто сейчас на эмоциях говоришь это, ты будешь еще драться около 5 лет. Посмотрим. Наверное, да. Когда-то ты будешь чувствовать, что тебе не хватает этих эмоций, соперничества, какой-то конкуренции, возни вот этой, тренировок. Пока будем тренироваться, посмотрим, что будет дальше. А есть примерные мысли, что делать дальше после завершения карьеры? Чем заниматься будешь? Ну, я думаю, что я буду полезен, возможно, в своем направлении, в своей стези. Также, в принципе, много чем можно заниматься. Я думаю, что тот, кто хочет, он найдет себя в любой сфере. В политике себя видишь? В политике пока не вижу себя. Спасибо. Пожалуйста. Петр, привет. Нурлан, может, что-нибудь скажешь людям? Петр, приветствую. Вадим Тихомиров, matchtv.ru. Я стою справа от тебя за оператором. 5-раундовый бой, твой первый, по-моему, со времен боя с Магомедом Магомедовым в ACB. Это считается довольно трудная дистанция. Насколько сложно было тебе? Насколько там, ты чувствовал, что хватает сил на последний раунд, на последние минуты? Честно, 5-раундовая дистанция – это моя дистанция. Вот. Но мы вообще понимали, что соперникам, если я не попадаю где-то там его, ну, не потрясу в каких-то раундах, то он будет постоянно двигаться за счет, так скажем, своего футворка. Он постоянно двигается, его задача держать меня на дистанции. Для меня же это сложнее, потому что мне нужно постоянно поддавливать, постоянно обрезать углы, постоянно искать свою атаку. Также можно и пропустить контратаку на свою атаку. Но мы понимали, что после второго раунда где-то должен переломиться ход поединка. Было такое понимание. И так получилось. Во втором раунде, поправь, если я не прав, твой соперник, по-моему, 4 или 5 раз попал тебе по печени, но, по крайней мере, он начал бить руками по корпусу. А прочувствовал ли ты эти удары? И если да, то там как ты начал потом контратаковать их? Да, он не попадал по печени, но были такие легкие, знаешь. В принципе, я долго боксировал, и мне по печени много раз били. Я знаю, что такое удар по печени. И я понимал, что подождите, аккуратненько, локоточки пониже. Вот. Алдо бил гораздо сильнее по печени. А вот говорили, что в прошлый раз в твоем углу тебе кричали люди на разных языках, и ты сам говорил, что в углу так, ну, немножко суматоха была. Насколько в этот раз ты доволен работой Кайрата и Андрея? Слышал ли ты их? Если да, то вот какие они коррективы вносили? Я очень доволен. Я очень рад, что я в эту подготовку взял вот этих ребят. Это простые ребята, просто вот с которыми мне по энергетике, по душе, по кайфу. Вот просто мы собрались, поехали тренироваться. Они дисциплинированные. В углу было все четко. Я понимал, что была задача, кто говорит. Между раундами, а не между собой. Ну, во время отдыха говорит кто-то один. Было четко, не было никакого сумбура. Вы, наверное, видели, слышали, когда Кайрат какие-то давал подсказки. Я практически там с разницей в 2-3 секунды какие-то моменты исполнял, да, воспроизводил. Потому что было понимание в этот раз, в принципе, угла. Последний вопрос от меня. С тобой стало чуть сложнее поговорить, чем в 2015 году, когда это получалось. У тебя в Инстаграме чуть больше дорогих машин появляется. Уверен ли ты сам, что не началась звездная болезнь и там вот... Не-не-не-не-не. Звездная болезнь вообще не началась. Просто мне человек один сказал, тебя должно везде не хватать. А кто сказал? Вот. Ну, один человек сказал мне. Поэтому... Меня везде не хватает. Меня даже не хватает на себя, на семью время, потому что тренировки, появляется больше каких-то обязательств. Ну, конечно, я с удовольствием готов пообщаться когда-то там, но будет время, с удовольствием это сделаю. Спасибо, удачи тебе. Спасибо большое. Петь, с победой. Расскажи, как выглядел в 25-минутном бою самый, может быть, неприятный момент для тебя? И был ли он, в принципе? Ну, моменты были опасные. Что говорить? Вы понимаете, что, в принципе, на таком уровне, когда бойцы реально на высочайшем уровне,
побеждает уже какой-то бойцовский интеллект, бойцовское IQ, потому что это были шахматы. Друг друга изучили, в принципе, но было понимание. И это такие очень противостояния равные, где ты в какой-то момент переломит, кто насколько готов зайти духовно, ментально. Я очень рад, что все получилось у нас, одержать сегодня победу. Было два момента в бою. Один раз ты, по-моему, пытался прихватить Сентхегена на гильотину, второй раз ты выходил на рычаг колена, ну, практически. А действительно ли ты понимал, что можешь выполнить эти приемы в этот момент? То есть готовил ли ты? Ну, я когда гильотину взял, я чуть-чуть его так поддушил, чуть-чуть подэтал, но я понял, что это не тот момент, чтобы закислить руки сейчас. Как бы не та позиция, не то время уже. Я не гонюсь там за сабмишеном. Вот, постепенно разбираю. Обычно так бывает у бойцов, если вот что-то не получается в карьере, то они меняют там тренировочный лагерь, меняют партнеров, тренеров. У тебя вроде бы все получается, но ты перед этим поединком, наверное, немножко не в привычную себя атмосферу погрузил. Вот почему решил что-то поменять перед боем, хотя вроде бы все получалось? Я поменял, все же получилось. В принципе, особо ничего не изменилось. Я этих людей давно знаю. Просто так получилось, что мы собрались. Я им написал, мне нужна ваша помощь, вы нужны мне рядом. Они приехали. И для меня было очень приятно взаимно, если эти ребята приехали ко мне, чтобы для них это был тоже опыт, чтобы они присутствовали на турнире UFC, чтобы они были в углу со мной рядом. Для меня было приятно, что их работа, она здесь оправдается, и им также будет приятно находиться здесь. Вот на самой первой дуэли взглядов Скори ты так немножко припугнул его. Потом была дуэль взглядов на взвешивание, и ты ничего не стал делать. А вот правильно я понимаю, что, ну, в том числе, может быть, ты не делаешь это, потому что знаешь, что в зале там на тебя смотрит супруга, сын, и ты, как сказать, да, даешь... Да нет, дело-то не в этом, кто на меня смотрит. Ну... Кори просто очень серьезный, он сам такой, знаешь, стоял. Я просто, ну, я пошутил, у меня не было какой-то к нему агрессии, не знаю там. Но ведь конференция, ты понимаешь, что завтра будет драка, вы завтра друг друга будете бить. И это какая-то вот такая степень самосохранения, знаешь, само какой-то самонастроя, что ли. Ну, все было вроде нормально, Кори, он даже ничего не понял, в принципе, что происходит. Вот понятно, что для бойцов ММА это в том числе, если на первом месте, то заработок. Насколько ты сейчас зависим от этого спорта финансово? То есть мог бы ты себе позволить по финансовым причинам, например, оставить спорт уже? Я зависим от всего, от спорта. Это мой образ жизни. Я буду заниматься. У меня растут два сына. Только как ненаглядный пример, ничто больше. Я буду тренироваться, наверное, до пенсии, потому что у меня пацаны. И последний буквально вопрос. Вот по возможным соперникам. Есть в легчайшем дивизионе Мераб Давалишвили. Это человек из команды Стерлинга, который идет сейчас на победной серии. Команда Стерлинга не интересует меня вообще. Просто Мераб Давалишвили могут считать таким самым опасным для тебя соперником пусть в плане считают, борьбы. Пусть считают. Ты так не считаешь? Это? Я так не считаю вообще. Вся команда у них просто, с ними даже диалог уже вести не хочется. Спасибо, с победой. Стас Бернольд, телеканал «Россия-24». Петь, ну, во-первых, с победой. Несколько вопросов. Вначале показалось, что был немножко зажат, немножко не хватало движения, или это показалось? Я понимал, что дистанция будет, возможно, пятираундовая, и форсировать события это будет очень преждевременно. Все поэтапно, аккуратно. Самое главное, цель конечная, она здесь. Понимаете? Поэтому все четко. В какой момент произошел вот этот вот перелом, когда ты понял, что вот теперь уже можно идти конкретно в атаку, уже ломать ход? Полегче. Ну, тоже, ну, эмоционируйте. Да, я всегда шел, видели, ну, наверное, была такая задача у меня всегда идти вперед. Я даже не бил где-то, но я шел, где-то на себя принимал, потому что тем самым соперник тоже изматывается, вымахивается. Вот. Карат постоянно кричал там, то дергай, то джеб, то этот, ну. Что-то получалось, что-то не получалось.
Ты до этого боя говорил о том, что будешь стараться завершить его до пятого раунда, да? А что все-таки пошло не так? То есть не отдавать на... Ну, вы довольны сами поединком? Конечно. Ну и все тогда, что, какие вопросы? 5 раундов, а так бы сказали потом, вот там, е-мое, рано закончился. А так кайфанули немножко, да? Да не немножко, а прям немножко. Ну и все, значит. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Thank you.